Друзья, добрый день, 23 марта 2022 года. Это видео только для друзей, только для близких, друзья. Я Стороженко Владимир, привет вам всем. Вы мне неравнодушны, поэтому, друзья, показываю вот свои будни, свои хлопоты, свои цели, задачи, весь как на ладони. Как есть, так и говорю. Друзья, появилась возможность... тем возможностям, чем я занимаюсь 26 лет в сетевом маркетинге, к тем возможностям, чем я занимаюсь физическим трудом на земле, да, крайние вот 2 года, ну, можно сказать, 8 лет, да, шишковали мы, тайгой занимались, с моря что-то ловили, с речки, огородничеством занимались, вот крайние 8 лет, вот, плюс к сетевому маркетингу, да, вот, здоровье потерял, потом в 2006 году, в 2016 году его обрел благодаря БАДам компании Full Life Research. Опять стал заниматься и сетевым маркетингом, и физическим трудом. Ну, о чем видео, друзья? Обратите внимание на возможности Gift of Legacy. Я вам вчера сбросил презентацию, сегодня еще раз продублирую. 2 минуты 55 секунд. Она прям хорошо, там прям в графике показана. Очень коротко, без лишних слов. Начинаем со 100 долларов. Это дар, чтобы никто нас потом палки в колеса не вставило, нам государство, да, любимое, как это было уже из Кэшбери, когда 1 000 000 000 рублей у Сбербанка конкуренцию составили, прикрыли тему Кэшбери. А классно людям давали возможность заработать на маленьких вкладах. Процент был больше, чем у банка Сбербанка, да. Вот. Но я о чем? Сейчас международная касса Gift of Legacy. Люди предусмотрели, украсть деньги нельзя. Это система, матрица. Вот только не такая, как у меня на стене висит. Это матрица, визуализация карты пути, маркетинг-плана компании Full Life Research по БАДам для иммунитета. Круче этих БАДов нету. Смотрите мой YouTube-канал Стороженко Владимир. Там много, я уже 2 года... около 1000 видео я рекламирую физическим трудом результат после нездоровья и как я приобрел опять здоровье физическим трудом, вот рекламирую БАДы компании Full Life Research. А здесь в Gift of Legacy матрица другая, как футбольное поле, 15-местная матрица, из центра в две стороны уходит. Вот на видео 2 минуты 55 секунд это все хорошо показано. Друзья, почему я имею право ваше внимание вот привлекать, потому что реально вот взялись за это дело серьезные люди, мужчины, военные, пенсионеры, очень грамотные, с ресурсами, вот, контролируют вот эти места в матрице Gift of Legacy, которая вот прямоугольная, как футбольное поле, не та, которая у меня за спиной висит на стене, не буду повторяться, да. Я уважаю этих людей, я с ними работал. Это люди, слово, дело, пойдут до конца, потому что это ответственность за людей, за нами идут люди. И есть возможность приумножить в командной работе, в 8 раз финансы. А далее, еще и дальше, со 100 долларов 800 долларов, потом дальше с этих заработанных денег можно приумножить в 3200 УЕ, потом дальше приумножить из заработанных денег в 9600 УЕ, и дальше из заработанных денег при командной работе. Это не просто, это командная работа, это работа с людьми, это самый тяжелый труд, работать с людьми. Вот, раскачивать, мотивировать, консультировать. Люди на каждой, на своем уровне развития находятся по интернету, да. Я вот тоже с интернетом еще учиться и учиться. Поэтому у людей, вышестоящих наставников, титаническое терпение помогать нам вот это все изучать, технологии в телефоне. Вот. И о чем речь? Обратите внимание на презентацию 2 минуты 55 секунд Gift of Legacy, а потом обратите внимание, если вам интересна философия, миссия, ценности вот этого проекта Международного кассы взаимопомощи, которому уже 13 лет, 700 тысяч человек больше прошло. У нас только вот тут чат
что-то под 2000. Сейчас мы еще сотрудничаем с успешными лидерами с Москвы. Лидер Сергей Бабик. Вот, объединились усилия, там больше 4000 чат. Это целеустремленные люди. Да, немножко присутствует авантюризм, но как? Только так, друзья. Те бизнесы, которые вот реальные, но они медленно развиваются. Здесь есть шанс резко заработать деньги. При командной работе. Это не просто так. Я вот сегодня записал мотивационное видео, получилось там 2 минуты 27 секунд. Я там увешанный бочками, с 7 бочками. Бежал на колонке с 7 бочками 50 литров, да? Смешно вообще. Я там по-рабочему одет. Просто товарищи на грузовике возвращались и сказали, мы тебя с оказией подхватим. Набирай свои бочки, а то платишь грузовому такси по 700 рублей. Просто мы переехали в новый дом, а вода еще не подключена. Поэтому приходится вот зима вот рукопашную возить воду, заготавливать по 300, по 400 литров. Поэтому я там заснял смешное видео на 2 минуты 27 секунд. Значит, я вам про возможности Gift of Legacy сказал, про возможности поправить здоровье. Ну, кто умный, внимательно следил за моей речью, тот понимает, да, что есть от первого вздоха до последнего выдоха помогает и спортсменам, и младенцам, и беременным, и пенсионерам, и кто летает отдыхать из лета в зиму и из зимы в лету. Для иммунитета это очень, очень стресс, да? Вы вчера еще были в Таиланде, на желтом песочке под зелеными пальмами в голубой лагуне, да, морской. А сегодня вы прилетели уже на Дальний Восток, где минусовая температура, да, или зимой. Иммунитету надо помочь. Есть БАДы для компетентного иммунитета. Ну, смотрите сайт 4life.dv.ru, 4life.com. Опять же, есть, чтобы это было видео для моих коллег по парфюмерии Ламбре. Я 19 лет качаю Ламбре. Очень выручает. Когда денежки заканчиваются, иду консультировать людей по красоте. Вот, с флакона можно заработать 1000 рублей. Я вот машинистом котла работаю за 1500 24 часа. Мой час стоит 62 рубля 50 копеечек. И слава богу, что есть такой человек, который взял на работу и платит эту стабильную зарплату, да, с хорошими условиями. Привести себя в порядок после смены, да, после кочегара. Вот, все прекрасно там. Вот, ездить себя привести в порядок, душевые кабины, все. Поэтому, друзья, о чем речь? Это я вам так говорю, что я рабочий человек, что я себе спуску не даю, что мозги работают каждую секунду наперед. Вот, сейчас пришел суток, может быть, получится поспать, но вот сейчас должен человек приехать за парфюмерией Ламбре, заказ. Позавчера получил посылку с Владивостока. Передают привет Валерию Валерьевичу. Большое спасибо, что он тянет этот бизнес глобально, Ламбре. Все склады позакрывались, только вот его склад работает и снабжает весь Дальний Восток до Урала. Валерий Валерьевич, Анжелика Юрьевна, низкий вам поклон. Спасибо, что сохранили бизнес Ламбре на Дальнем Востоке. Вот, взяли ответственность за региональный склад. И вот сейчас растил заказ по БАДам Full Life Research. Я 5 лет был, нес ответственность стол заказа. Сейчас подхватило знамя уважаемый человек. У них денег, у них ресурсов больше. У них очень мощный результат по здоровью. Очень мощный результат по здоровью. Они предприниматели с большой буквы. И вот подхватили знамя Full Life Research. У нас здесь в Уссурийске стол заказов сейчас они. И я просто вот делегировал все это, срастил по телефону для уважаемого человека. Они возят, делают доставку по городу, по Уссурийску, да? Вот. Все решаем по телефончику, помогаем. А я уже консультирую людей с богатейшим опытом. У меня больше 40 книг по здоровью, по Full Life Research. Я все это дело вдохновляю. У нас очень яркий результат и очень богатый
профессиональный опыт, большая научно-доказательная база по Full Life Research. Вот. Вот. Тоже методом рекомендаций продвигаем эту возможность омолодить организм и восстановить здоровье. Ну а сейчас, друзья, так как у меня видео там было бедненькое такое, я с бачками, да, кому-то может быть смешно, жалко меня. Да нет, друзья, все нормально у меня. Сейчас вот жена приготовила пятиэтажный обед мне. Извините, не стал я уже сервировать. Пожалел жену, чтобы не мыть ей посуду. Вот у меня тут гречечка, сальса, холодца жена наварила, морепродукты, морская капуста. Ну и вот тифлис пятизвездочный для мужчин и вот трехзвездочный для женщин. Вот, поэтому я хочу выпить за перспективы, за успех. Вот что в мире творится. Я хочу выпить за ребят из Ламбре и за Full Life Research. Но я хочу выпить за ребят, за команду Gift of Legacy. Вот. Сильные люди взялись технически грамотные за эту возможность. Друзья, когда у нас будут финансы, мы сможем и здоровье поправить, и красоту, и путешествия, и жилищные условия, и транспорт, и детям образование дать, и стареньким родителям помочь. Поэтому, друзья, дай Бог, чтобы в ваших семьях был детский смех, родительская мудрость, перспективы во всех сферах жизни. Вот как у меня сейчас Gift of Legacy мне просто дало второе дыхание и просто крылья окрылило, что в перспективе получится, может быть, открыть уже и офисы по Ламбре достойный и по Full Life Research и консультировать людей вот на месте своим вот солнышком, своей радугой, своим опытом. То, что я накопил, вот этот весь турбо-турбо, вот этот фундамент за 26 лет, проходил обучение от Находки до Москвы, да. Вот. У меня очень мощные наставники, больше чем 1 000 000 рублей в месяц зарабатывают. Но они помогают большому количеству людей. Эта компания им вознаграждает. Эта компания вознаграждает вот по такой системе. У меня вот наставники по Full Life Research, они в семерку входят на рынке Евразии. Вот желтые места, да? Это свыше 1 000 000 вознаграждения. А в центре сердца это платинум. Это товарооборот больше 100 000 000 рублей в месяц. Это вознаграждение от 5 до 8 000 000 в месяц, помогая людям по иммунитету. Друзья, дай Бог вам здоровья, помогай Бог.